Прямо сейчас хотел бы вам напомнить про свой промокод Йокин40, который дает 35% пополнению. При пополнении от 1000 рублей или больше вы получаете 350 рублей, либо если пополняете на 10 тысяч, получаете 3500 сверху на свой баланс. Ссылка на сам сайт, а также промокод будет закреплен на комментарии под данным видеорекордингом. Всех я еще раз приветствую на сайте MyKSGO. Как обычно, меня зовут Йокин. Вы, наверное, уже много раз слышали мой никнейм, где-то, может, попадался, видели в рекомендейшн, как мы открываем постоянно кейсы. И, понятное дело, сегодня мы снова находимся на сайте MyKSGO. У нас будет такое, знаете, очень интересное открытие кейсов. На балансе у нас 18 тысяч рублей, довольно-таки неплохо, потому что прошлое открытие у нас было на 9 тысяч, сегодня у нас на 18. И также бонусный баланс на 2209 бонусов. В данный момент мы начинаем открывать его один раз. Постараемся его открыть как можно больше раз, посмотрим, что он конкретно может мне выдать. Но, честно, я не рассчитываю на какой-то прям нереально классный дроп. 600 рублей, конечно, с 2000, ну, такое себе, такое. Рассчитываю на какую-то эмочку, поток информации за 13 тысяч рублей. Кровь в воде, по-моему, дорого. Это, по-моему, дорого. Да, это 3964 рубля у меня улетает в инвентарь. 100% мы должны его забрать сегодня. Next case. Летит у нас барабанчик. И снова панель информации за 600 рублей. Спасибо, классно, я это одобряю. Еще раз открываем этот кейс. Давайте откроем его хотя бы, сколько, еще два раза. Я думаю, нам хватит. Потратим 4000. Куалит, я... Сколько? 2800. Нормально, хорошо. Даже на 600 рублей мы окупились. Приятно. Хотя бы это небольшой минус, как это мы привыкли видеть. Кровавая паутина Дигл. По-моему, это дорого. Нет, 500 рублей. Честно, я ни разу не выбивал кровавую паутину. Для меня он немножко в новинку. Поэтому предлагаю сейчас открою. Да, конечно, да. Спасибо за такой классный скинчик за 500 рублей. И давайте один раз быстро. Смертоносные кошечки. За 3500. Неплохо. Давайте посмотрим, сколько раз мы окупились. В принципе, раз... 2-3 раза, 3 из 3, ну нормально, в принципе 50 на 50 вышло, неплохо. Поэтому на 2000 я предлагаю прямо сейчас пооткрывать майнинг кейсы. Все мы привыкли их открывать, поэтому let's go фармить немножко балансик, смотря если нам хоть что-то сегодня выпадет. И также прошу вас заметить, что на сайте MyKSGO немножечко обновили, как я понимаю, контрастность всех скинов. Сделали их под вид новой CS2, они выглядят такими яркими, насыщенными, иногда я даже путаюсь, что это за скины. И, кстати, на 1000... Олька? Ого! Я... Что? P90 стоит 1500, он стоил 900 рублей. Когда это произошло? Зато P250 постоянно падает в цене. 140 рублей уже стоит. Ну, класс! Не... Ну, да. Давайте еще пару раз пооткрываем данный кейс и посмотрим, что он нам выдадет. Сейчас ничего он нам не выдадет. Поэтому на 760 рублей я предлагаю открыть майнинг кейс Cheap Knife. Попробуем отсюда выбить какой-то ножик. Кстати... они поменяли немножечко текстуру. Текстуры, или же это просто контрастность, и выглядит пиксельный камуфляж довольно-таки не таким темным, как мы его привыкли видеть. Но ножичка нам не дропнулась, поэтому предлагаю хайперманинг открыть. Понятное дело, тут скины даже меньше 1000 нету, и тут спокойненько можно подфармить баланс, если же нам отсюда во что-то дропнется. Главное, что майнинг кейсы не растут в цене. Это очень важно, потому что, в принципе, открывать их по 12, по 13 рублей довольно-таки неплохо. И нам выпал самый дорогой хайпер бист скин. Нормально, мне довольно-таки нравится. Давайте попробуем отсюда выбить еще один и перейти к next открытию. У меня есть интересная идея попробовать еще раз открыть кейс Катовица Чемпс. Если же, конечно, нам отсюда что-то дропнется, и мы сможем чуть-чуть подфармить балансик. Было бы даже неплохо. Но, как вы видите, немножко все так печальненько выходит. Отсюда, кроме 5-7, нам ничего не дропается, к сожалению. Ну ладно. О, хорошо, 7000. Нормально. Чип Найф, поехали, Чип Найф пооткрываем. Я предлагаю Чип Найф два раза и пойти пооткрывать еще Катовица Чемпс. Было бы, кстати, неплохо. Попробуем оттуда все-таки выбить что-то и добить данный кисик. Повторить, открываем еще раз быстро. Ага, ножом тут даже так и не пахнет. Открываем еще раз. Да, нам даже хватит на два раза. Да халява. Мы, в принципе, можем отсюда даже что-то и выбить. Ага. Ну, за это открытие вообще ничего. Ладно, хорошо, открываем быстро еще раз и видим. Боже, я думал, нож выпал. Кстати, выпал на 700 рублей. Ого. Я даже как-то удивлен, а что там на 700 рублей могло выпасть? Давайте еще и все. Да, больше ничего не падает. 600 рублей. Халява, еще раз открываем. А где ножи? Не понял. Где нож? Сколько раз я его должен открыть? Ладно, открываем этот кейсик и выпадает нам код красный. Кстати, по-моему, 1000 рублей, да? А, 1500.
500. Да, мы не в окупе. Ладно, хорошо. Это, конечно, плоховасенько, но хорошо, что мы его хоть открыли один раз. Предлагаю открыть еще раз Knife Mining и, если отсюда не дропается нож, попробовать один раз открыть перчаточный. Было бы неплохо. Да, давайте перчаточный один раз откроем. 470 рублей. А что там так в цене выросло? Стоп. Где этот кейс? Чип Knife? Это только из-за того, что африканская сетка падает 130 рублей? Удивительно. Давайте Chip Glove Mining. А бы повезет отсюда дропнуть обмотки рук лес? Или гидра? Мангры? Может? Или не может? Ага. Ладно. 590 рублей. Открываем еще раз быстро. Ага. Ага. 500 рублей. Еще раз быстро. Ага. Ага. 700 рублей. Еще раз быстро. Да ну. 500 рублей. Еще раз быстро. Да нет. Ого. Ого. Ха! Мы даже кейс просто обычными африканскими сетками окупили. Опять окупили. Фармим. Ребята, фармим. Где перчатки? Опять окупили. Да ладно. Нормально так? По-моему, опять, да? А сейчас не окупили. А где? Где мои перчатки? Где заносы? Где перчатки? А сколько я должен, извиняюсь, открыть раз этот кейсик? Сегодня у меня перчаток не будет? Где мои ножи и перчатки? Я вас понял, дорогие друзья. Сегодня мы остаемся без перчаток. Да. Ну давайте так, у нас 800 рублей на балансе. Азимов кейс. Открываем. Хорошо. На этом можно сегодня закончить. Да ей же 10 тысяч, блядь. На 25 выпало. Ребята, всем спасибо за просмотр. Меня зовут Йокин. Всем спасибо за просмотр. С вами был Йокин. Понятное дело. Как обычно, все ссылки на сам сайт и промокод будут закреплены в комментарии под данным видеорекордингом.